Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Super Turbo Demon Buster. Давненько мы не играли, так что давайте приступим. Мы с вами на 69 уровне. Мне кажется, что я начинаю понимать мутантов, и, по-моему, один из них назвал меня по имени, говорит Командос. А как тебя зовут? Спрашивает медик. Винс, черт, ты этого не слышала? Винсент? Серьезно? Ха-ха-ха, теперь у меня есть туз в рукаве, если я захочу чего-то большего, малыш. Вот так вот поговорили они. Так, ну что ж, давайте смотреть, у нас тут жижа. Еще одна, ага, големы. И лорд-призрак, елки-палки. Как это я так не взял с собой пушку-то, ребята? Ну, началось. Ладно, давайте быстренько поставим с вами снайперскую винтовку нашу дорогую. Берем ее, вот теперь будем по-другому с ними разговаривать. Так, кредиты. Здесь у нас скорпиончик. Давайте его шваркнем. Так, патроны, это хорошо. Еще один скорпион, а, и голем здесь. Всех пускаем в расход. Ой, елки-палки, забыл перезарядиться, ребята. Частенько я забываю в последнее время это делать, из-за чего бываю и проигрываю. Так, а здесь у нас тоже кредиты. Ага. Ну, главное, что мы, ребята, нашли с вами выход. Так, и скорпион. Буквально на выстрел его хватило. Кредиты. Ну, давайте-ка мы здесь, наверное, зачистим с вами все. Так, скорпион и опять же призрак. Да ё-моё, да что ж ты будешь делать-то, а? О, три батареи получили для нашей плазменной винтовки и скорпиончика. Давайте шваркнем. Замечательно. Так, еще, наверное, кто-то есть? Ага. Стоит голем, радость ты моя. Скордер. Все. Завалили. Да ладно, не может быть. Неужели прошли этот уровень? Ну что ж, тогда выходим. Да, все чисто. Все нормуль. Ух ты, дайте мне ящик, пожалуйста. Отличненько. Так, переходим с вами на 70 уровень, но сначала, наверное, мы с вами посмотрим, что у нас в ящике будет, да? Дайте мне что-нибудь хорошенькое. Так, кредиты, 1000. Ладно, нормуль. Дробовик сойдет. Обойма, ну это фигня, в принципе. Так, кредиты. Мало дают кредитов. И плазмоган. Хм, плазмоган. Ладно. Так, ну что, у нас денег маловато. Ничего мы здесь не сможем с вами улучшить. А вот продать лишних ламп, пожалуй, не помешает. Давайте дробовик продадим вот этот. Так, 400 кредитов, отлично. Что еще у нас есть? Плазмоган. Давайте его продавать. Потому что у нас есть крик. Он намного лучше. Ох, бензопил-то сколько у нас накопилось. Давайте весь этот хлам продавать. Мы все равно ими не пользуемся, а зачем они будут у нас здесь просто так лежать, когда они стоят по 1000 кредитов. Толстяк М2. Один можно продать смело. Ну что, все в принципе, 6330 у нас кредитов, ребята. Мы можем в принципе здоровье, да? 161 единица будет. Честно говоря, жалко, не хочу я тратить сейчас. Ага, они мне показывают, что я могу улучшить. Ну, честно говоря, не особо я хочу что-то здесь улучшать. Давайте, наверное, мы с вами отправимся в путь-дорожку дальше. Так, ну что, ребята, поехали. Так, смотрите, здесь жижа, кредиты и опять лорд-призрак. На 3 выстрела его буквально и хватило. Так, ящики с кредитами. Угу, ледяные пауки. Ну, в принципе... Они очень хрупкие, поэтому с винтовки они разбиваются на ура. Единственное, что, ребята, если мы продинамим ход с вами лишний, то они заморозят мне оружие, и мне придется драться в рукопашку, точнее, топором. Так, выход мы уже видим. Так, стимпак взяли. Да падай ты уже, олух. Че, и все, что ли? А че такой коротенький уровень-то у нас? Ну что ж, нам только лучше от этого. Ну, что дадут? Опа, дайте мне, пожалуйста. Ну, не это, я хотел ящик. 71-я миссия у нас, ладно. Интересно, сколько здесь вообще их, а? Наверное, соточка, мне кажется. А может быть, даже больше. Так, а здесь у нас ребятушки посерьезнее. Зомби-солдаты. 3 раза нужно бамкнуть, чтобы он упал. О, нет, 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 нет. Да что ж такое-то? Черт подери, ребят. Дело дрянь.
блин, теперь в рукопашку. И... ай, и этого тоже надо в рукопашку. Нет, по-моему, здесь все. Завалят меня, ребятки, завалят эти изверги. Ай-яй-яй, как печалька. Все. Нет, мне дали стимулятор, это хорошо. Может быть, еще, конечно, прожив... Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Столько этих... Не-е-е. Тут, по-моему, без вариантов, ребят. Как ни крути. Ну ладно, этого мы, предположим, забомбили одного. Так, этого тоже должны. Это если они будут у нас по одному стоять. Но вы видите прекрасно, что здесь их кучи. Просто в каждой комнате по 3, по 4 монстра. Боюсь, мы здесь не справимся. Печалька, конечно, придется, наверное, нам переигрывать уровень. Да что ж такое-то? Все, ребята, game over. Мы эту миссию не прошли. Ладно, будем переигрывать. Так, что... А давайте вначале вот сюда мы сходим с вами, да? На сканер. Может быть, что-нибудь нам отсюда выпадет хорошенькое. И мы с вами... Так, ну... Это что у нас? Кровососы? Раз, два, раз, два... Блин! Видите, постоянно приходится переставлять оружие, которое они от нас требуют. Ну, с ними мы разобрались, это хорошо. Так, здесь у нас скордеры. Но эти лохи, они на удар рушатся. О, две ракеты получили. Ракеты нам очень пригодятся. Так, зомби-солдат упал. Кровосос тоже и скордер. Стимулятор, кредиты, бронебойные. Замечательно просто. Давайте мы будем всегда убивать для начала самого мощного. Это вот зомби-солдата, а потом уже всех остальных. Потому что те просто сыпятся у нас. О, медпакет дали. Круто, круто. Так, зомби-солдат готов. Хорошо, они здесь по одному идут, да? Ага, кровосос. Оу, с солдатами вместе. Перезарядочка. Так, что у нас там? Рассвет мертвецов, ребята, мы получили с вами новое достижение. Давайте добивать кровососа. Получаем кредиты, опять же, очень мало. Ага, зомби-солдат один, замечательно. Ну, а здесь он, наверное, уже будет, да, именно с кровососом. Хотя нас это не пугает. Перезаряжаемся. Хе-хе. Оу, стимулятор. Я обожаю, как... Блин, да что ж ты будешь делать-то? Так, давайте, наверное, мы купим себе здоровье. Замечательно, бронебойные. Так, давайте кровососа теперь. Так, зомби-солдат. Зомби-солдат. Блин, в рукопашку надо биться. Так, еще раз. Все, шикарно. Картечь и еще одна картечь. Так, здесь у нас скордер. Насчет скордеров я вообще не волнуюсь, потому что они на выстрел. Выход у нас уже есть. Это, наверное, последняя у нас комнатка будет. Так что давайте зачищать ее. Кредитики нам дали, отлично. Нет, ребята, еще что-то тут у нас. И все, да? Да, полностью зачистили. Какие мы молодцы. Угу, рулеточка. А тут, в принципе, неважно. Ну, ракеты, 20 ракет у нас уже. Хорошо, давайте проходить 71-ю миссию. Может быть, на этот раз нам повезет. Случайное событие. Кровавая баня, повсюду лежат останки. Ох, фартануло нам, ребята, фартануло. Сейчас мы здесь немножко припасемся боеприпасами. Пока только кредиты дают. А нет, смотрите-ка. Пошла маза. Давай мне кредитов, блин. Ну так мало дают, честно говоря. Вот обойма мне нафиг не нужна. Оу, зря я, наверное, ребята. А хотя я откуда мог знать, что там лежит медпакет. Забираем здесь все. Че, неужели ни одного монстра не будет? Так, выход уже есть. Ракеточка. А это у нас что за красавец такой тут стоит? Ну-ка давайте посмотрим. Высший гуль. Ой, ё-моё, нифига он салабон. Все что ли? Ну вот, ребята, видите, раз на раз не приходится. Постоянные карты регенерируются. И одну и ту же миссию можно пройти по-разному. Ну что, выпадет? Да ящик. Ух ты, нифига себе. Ну что, давайте глядеть, что у нас тут за карты выпадут. Наемник, хорошо, мы его повысим. Силач М2. Ракеты, тоже великолепно. Картечь. И последний у нас
Потрошитель, ё-моё. Еще одного монстра мы открыли, теперь он нас будет досаждать. Что тут привез? Ну что ж, неплохо, в принципе. Так, давайте его, наверное, отправим сразу же. Ну, а что в этом ящике? Кредиты, 3000, зашибись. Бензопила. Ракеты, кстати, бензопилу надо будет продать. Дробовик, тоже продадим, наверное. Кредиты 750, маловато. Маловато кредитов. Наемник у нас апнутый. Нет, здесь нам нечего делать, давайте. Кого бы взять? Давайте командоса посмотрим, ребят. Что мы можем ему сделать? Так, здоровье, давайте, наверное, мы сделаем ему урон дробовиком. 8000 кредитов потратим. Но зато плюс 31 единица. Ха-ха. Слушайте, я думаю, теперь он у нас будет крутой просто-напросто. 76 дамага. А вот этот хлам надо продавать. 400 кредитов, маловато. Этот тоже продаем. Ну, а вот эту мы оставим, потому что здесь на 2 цели винтовка, а силач М2 на 3 цели. Ух-ух-ух-ух-ух. Да. Ну что, давайте тогда им и пойдем. Давайте, наверное, сюда вначале сбегаем. Немножко подзатаримся, если нам повезет. Ой, паучки, вы же очень слабенькие, как раз к дробовичку моему. Хе-хе. Потрошитель. Оу, заморозил гад все-таки он меня. Вот о чем я вам говорил, что этот паучок, если продинамить, он может вас заморозить. И вы не сможете использовать свое оружие. Так, подожди, вот так вот. Медпакет, вообще шикарно. Потрошитель. Готов, хлопец. Так, паучок, А2. На 2 выстрела и хватило. 2 ракеты мы еще прибавляем к себе. Тут у нас кредиты везде, я смотрю. Так, потрошитель опять. Да, именно он. Но, если честно, я думал, что он будет такой серьезный враг. А он, оказывается, обычный лашпен. Так, паучки готовы. Ага, тут потрошитель и паучки. В принципе, и потрошители, и паучки для нас ничего не значат. Так, восстановим запас здоровья. И остался лишь потрошитель здесь. Пока, роднули. Стимулятор нам дали. Вроде бы все, да? Да, ребята. Я обожаю, когда миссии достаются такие коротенькие и легкие. Но это единственное, что на сканере у нас такое может быть. Угу. Получили патроны. Ну что, давайте тогда рискнем. У тебя такая классная пушка, а ствол не слишком короткий. Медик прикалывается. Детка, я работаю на интимно-близких дистанциях, а на них важна не длина, а диаметр ствола. Ну и разговорочки у них здесь пошли, да, ребят? Мне кажется, или это шутка про физиологию? Жаль, что анатомия не мой конек. Как это не твой? Ты же медик. Случайное событие. Вы попали на склад, забитый ящиками. Ё-моё! Вы посмотрите, кто у нас тут. Я уже забыл. Ай, горящий зомби. Ой-ой-ой-ой-ой. Печалька. Это нифига, сколько надо их бомбить, чтобы рассыпать. Жестоко. Так, погоди, а что дальше-то делать? Я не понял. Так, а, ящик тут. Ладно, двигаемся с вами дальше. О, сколько ящиков, шикарно. Блин, опять горящие зомби там стоят. Все равно придется с ними связываться. Давайте начнем. Так, погоди. Ай-яй-яй, очень мало здоровья у меня. Ну дайте мне какой-нибудь стимпак или там подхил. Блин, давайте возьмем, наверное, с вами. Вот так вот. Ага, ракеточки. А здесь у нас патроны. И еще ракеты. Ну, ребят, по крайней мере, у нас с ракетами нет проблем. Единственное, что со здоровьем очень херово. Так, выход есть. Слушайте, а может быть никого здесь больше не будет, а? Я буду этому очень рад. Да! А, нет, погоди-ка. Блин. Все дальше и дальше нас куда-то уводят. О, нет, ну как так, блин. Ну почему именно сейчас, а? У меня очень мало здоровья. Единственное, что у меня скилл есть готовый. Может быть его использовать? С какого перепуга у меня топор, а, в руках, ребят? Я же вроде бы с дробовиком бегаю.
Давайте, наверное, вот это возьмем. На три цели как раз. Ух. Ну что, была не была. Деваться нам некуда. Замораживаем их. И начинаем бомбить. Есть. Я надеюсь, больше никого не будет. Да, да, ребятушки, прошли. Прошли мы эту миссию. Выходим отсюда. Ой, подожди-ка, а почему... Блин, мы не все комнаты исследовали. Где-то я продинамил одну. О, зато выиграли ящик. Хе-хе. Так, давайте-ка, наверное, мы с вами посмотрим, что из него нам выпадет. Ну-ка. Гроза М2. Так, кредиты 750, мало. Топливо нафиг нам не нужно. Ой, ну как назло, дают топливо. И батарея, вот это хорошая вещь. 15 штук у нас батарей. Этого мало. Ну что же. Давайте проходить 74 уровень. 74, как говорится... О, ё-моё, ну нифига тут! Охо-хо-хо-хошечки, разбирают-то они меня как. Да ладно, два кровососа и призрак лорд. Блин, и ни одной аптечки не дают, а? Ох ты, ё-моё. Самый живучий это призрак лорд у нас здесь. Видимо, у него иммунитет к дробовику. А ну-ка, давайте-ка еще вот так. Хотя я, наверное, это зря сделал, ребята. Да, зря сделал. Черт бы тебя побрал. Ну и уровень дали. Так, ну-ка, может быть нам... О, груз доставлен. Иди дальше летай, транспортник. Ищи нам что-нибудь хорошее. Блин, медиком не хочу. Десантом тоже, если честно, неохота мне играть. Правда, он специализируется по плазменным винтовкам. Давайте тогда еще разок. Вдруг сейчас нам фартанет и другую карту дадут. Попроще. Ну, вроде бы нормуль пока. Хе-хе, на выстрел. Сосунки. Так, потрошитель у нас стоит здесь. И гули, в основном гули здесь. И скордеры. Нормуль пока получается. Возможно, мы эту комнатку с вами пройдем. Бинго. Забираем кредиты, ракеты. Так. Опять гули, опять скордер. Ага, картечь дали. Где мой кофе? Вот твой кофе, гуль, лови. Чайник снесли чувачку. Так, высший гуль. Какой ты нафиг выше? О, три батареи дал. Спасибо тебе большое. И стимулятор. Иди-ка сюда. Когда он один, вообще Салабон. И у нас здесь гуль еще один остался. Ага, скордер и опять же гуль. Блин, как же вы достали уже, а? Кредиты. Блин, как же мало дают кредитов. О, выход уже нашли. Так, последний у нас скордер здесь. И медпакет на 120. Все, ребята, по-моему, прошли. Давайте отсюда нафиг сваливать. Нас ждут великие дела. Там еще как раз будет одна миссейка. Дайте ящик. Опа, что-то мне сегодня везет, ребята, на ящике. Давненько такого не было. Ну-ка, посмотрим, что у нас тут выпадет. Мясник. Гроза. Силач. Крик. И батарея. Ну, в принципе, одни винтовки надавали, мы их все продадим сейчас. Кредиты нам очень нужны, поэтому будем продавать. Давайте, наверное, мы с вами один силач продадим. Вот этот вот. Ага, замечательно. Здесь у нас вот эту. И, в принципе, одну грозу М2 тоже можно продать. Ничего страшного. Два крига, один продаем. Бензопил-то целый арсенал, ё-моё. Хорошо, продаем. Деньги нам всегда нужны. И все. А, нет, смотрите, вихрь. О, конечно, продавать его надо. Он слабенький. Все. Вроде бы все распродали. Так. Блин, может здоровье себе пополнить, а? Будет у нас теперь крутой командос. Ну, давайте приступать к этой миссии. Попробуем пройти. Кого там дадут нам? Так, черви и пауки.
Блин, а почему такой паук-то мощный? Три раза в него. Ох. Так, давайте, наверное, червя. Сейчас у него личинка тут еще будет, блин. Слушайте, это хорошо, что я все-таки здоровье увеличил нашему командосу. По крайней мере, не так быстро его разбирают. Три батареи еще в придачу. Так, покупаем себе здоровье. Здесь у нас, ага, ледяной буль. Ледяные, они очень хрупкие. Ох, елки-палки. Давайте, о, два червя, блин. Это плохо. Так, две личинки, давайте. Вот так, блин, не добили, а. Ты посмотри. Кредиты, выход мы уже нашли с вами. Заморозим давайте их. Вот так. Заморозка ровно на три хода, ребята, действует у нас. Ну, не три хода, на три выстрела. О, медпакет. Это можно было только мечтать об этом. Шикарно. Стимулятор и еще медпакет. О, конечно, пройдем, ребят, мы эту миссию с вами. На ура просто-напросто. Так, личиночка, иди отдыхай. Ну, а, ледяной гуль. Ну, тут, конечно, не только гуль, тут вы видели и червяк у нас. Зато три батареи к нам в карман падают. Вроде бы все, ребята, зачистили полностью. Сруливаем отсюда. Так, что дадут? Ящик дайте мне, дайте ящик. Ха-ха, ну, в принципе, тоже неплохо. Батарея, она такая мощная штука. И открываем с вами еще один пак карточек. Дельта десант. Ага, вектор. Кредиты. Че так мало-то? 500 штук всего. Ну, обойма это ерунда. Гаргулья, ё-моё, вы посмотрите, какой. 369 хп у нее. Это довольно серьезный будет противник, если мы его встретим. Так, поднимаем уровень Дельта десанту. У нас 4000 кредитов, блин. Я даже не знаю. Мы можем только улучшить тех, кого не хотим. Ну, я думаю, наверное, не стоит, да, ребят? Побережем все-таки деньжата. Так, вот эту грозу мы продадим. Ох ты, вы посмотрите, вектор. Довольно мощный автоматик. И все. Ну, а я, пожалуй, буду на этой ноте завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравился, с вас лайк. И мы увидимся обязательно с вами в следующей серии. И продолжим дальше проходить эту игрульку. Так что подписывайтесь и будьте всегда в курсе дел.